Приветствую вас. Сложно, конечно, говорить вот так, навскидку о том, что с вами происходит. Сложно говорить, конечно, вот так, о том, что именно вы чувствуете, о том, что именно с вами сейчас происходит, потому что, как и сказал мой коллега, вы мало предоставили о себе информации, вот, и именно делать какие-то выводы сейчас о вашем состоянии, да, наверное, нельзя. То есть это может быть как защитная реакция, то, что с вами происходит. Это может быть, значит, как защитная реакция, это может, это может быть так и свидетельством внутренних противоречий, которые у вас есть. Это может быть значит, вашим характером таким. В конце концов, это может быть и просто каким-либо физическим нарушением. Ну, я имею в виду физиологическим. То есть это может быть какой-то, ну, какое-нибудь заболевание и прочее. Вот. То есть я не хочу сказать, что вы больны обязательно. Вот, но проверить ваше здоровье, мне кажется, ну, будет как минимум не лишним. Вот, проверить и посмотреть, ну, насколько у вас все в порядке. Вот. Потому что, мало ли, вдруг что-то не так. Вот. Так что, мне кажется, что вот такая история. Если у вас нет никаких диагнозов, да, если у вас нет никаких противопоказаний, если у вас нет никаких проблем, то есть, ну, если врачи вам ничего не рекомендовали, не ставили, вот, то вполне может быть, что проблема действительно чисто такая психологическая, вот, и нужно исследовать именно генезис вашей жизни, чтобы разобраться с тем, что происходит. Вот. То есть пока я могу сделать только такое предположение. Вот. А больше что-либо сказать, еще что-либо сказать, нет, я, пожалуй, не могу. Потому что непонятно абсолютно ваша история. Вы даже написали, знаете, несколько сбивчиво, вот.
Так что мне думается, что здесь нужно разобраться поподробнее в этой ситуации. Вот. С вами. Вот. А вот, в принципе, то, что можно ответить вам сейчас. Я понимаю, что это немного. Понимаю, что этого немного, это немного, но пока вот так. То давайте все-таки мы с вами подумаем, да, над тем, чтобы более подробно поисследовать то, что вы описали, более подробно это изучить, вот, и уже тогда говорить более предметно. А я думаю, что самая сложность состоит в том, чтобы вам понять свои желания, которые сейчас находятся под запретом. Вот. Я думаю, что так. Я думаю, что это является ключевым моментом. То, что вы свои желания подавляете. Вот. Но научить вас их чувствовать, это вполне себе возможно, главное, чтобы вы хотели это делать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.